Вот уже 27 лет Сеймур Алиев не может вернуться в родное село. Из-за оккупационной политики Армении его семья вынуждена была переселиться в Балабахманли. Здесь он также занимается сельским хозяйством. Образ его жизни остался прежним, однако тоска по родине все же не утихает. Все детство я провел в горах Амбели, но в 1993 году были вынуждены покинуть эту землю. Приехали сюда. Да, это тоже Азербайджан, и здесь мы неплохо живем. Но знаете, ничто не может заменить родную. Пройдемте, я заварю для вас самоварный чай, и уже за столом мы продолжим беседу. Нам не нужны чужие земли. Нам нужен наш, родной Карабах. Мы просто хотим вернуться домой. От родного села, родного дома, где все было так близко сердцу, где чувствовались уют и тепло, теперь остались лишь воспоминания и надежда на то, что в скором времени на этой земле начнется новая жизнь. Я помню наши красивые, величественные горы. Я часто смотрел на них, когда задумывался о чем-то. В детстве мы почти каждый день ходили в горы. Помню, как мы играли с ребятами во дворе, как ходили друг к другу в гости. Я очень хочу, чтобы мои дети увидели эту природу, чтобы также играли во дворе. Село Гарханбейли, наряду с другими населенными пунктами, после долгих лет, наконец, освободилось от армянской оккупации. И совсем скоро Сеймур Алиев вместе с семьей смогут вернуться домой. Алагёс Гаджиева, Фуад Байрамов, Фирус Рагимов, CBC.